которую нам рассказали наши друзья. Леонардо. Еще парочку бездельников, слоняющихся здесь все время. Смотрите, как класс, ну подожди, Серый. Какой класс. Он думает, что-нибудь другое, этому уже надоело. Да, рисом пахнет. Да, лапа, лапа. Рис и рыба пахнет. Сейчас, не нужно. Подожди, подожди. Вкус молодец. Дали воли, дали воли, дали воли, чуваку. Рыба пахнет там. Пниз же был. Тихо, тихо, тихо. Подожди, снимай, снимай. Потеха вообще. О, нашел Серый, пиши, где положил. А это остро. Сейчас будет лист. Так не понравилось. Смотри, смотри, серый. Подожди, не надо. Не, хватай, зашкварник его. Не надо, ребят, ну пожалуйста. Мексиканская, да? Слушай, давай, подожди. Лови. Ты поднимай, и поднимай. Поймай. Куда дарить? Отпусти, вода. Тащи. Лень, дай пацану. Он пожалуйста, даже не замечает. Да я ему больно не делаю. Он не замечает даже. Да, конечно. Ну, оставь. Как он будет выкручиваться из этой ситуации. А ему пофиг. Он... У него задача другая стоит. Надо огурец съесть. Да нифига он не ест. Сделаем, а? Опа. Ну чего тебе не снял? Еще и сюда пришел. Да, ну, молодец. Здесь вкусно пахнет. Ну, вы, ребят, теперь свои. Да. Доброе утро. Счастливую, сытую и пьяную. Доброе утро. Good morning. Доброе утро.
Мозги Дахаба. Лучшие мозги Дахаба, привет. Это машины, дядя. Вот они. Самые лучшие шахматисты на свете. Чемпионат идет. Да. Игорь дает сеанс, сеанс одновременной игры. Грязный шахмат. А Серега вот судья. Международной категории по шахматам. Сегодня никто не снимет.